Ребята, всем привет! Вы на канале Ушастый Kids. И сегодня в гостях у нашей любимой кошечки Анжелы и ее маленькая сестричка. Сегодня Анжела проведет с ней целый день, а потом пойдет гулять с ней в парк. Давайте-ка искупаем наших милых девчушек. Ну вот, я смотрю, маленькая кошечка уже искупалась. Самое время отправляться на завтрак. Ой, кажется, наша Анжела перешла на новый уровень. Ребята, пишите в комментариях, а на каком уровне сейчас ваша кошечка Анжела? Давайте-ка скорее покормим. Наша Анжела съела на завтрак свою любимую кашу, вкусный десерт, печенье, а вот малышка пьет апельсиновый сок. После завтрака нужно обязательно почистить зубки. Ребята, а ваша Анжела чистит зубки? Если чистит, ставьте лайк. Отлично! Ну а теперь скорее в гардероб выбирать наряды для наших кошечек. И начнем мы с того, что оденем нашу Анжелу. Давайте выберем им наряды, в которых они отправятся гулять в парк. Ребята, а у вашей кошечки Анжелы есть младшая сестричка? Если да, ставьте лайк. Ну а я выбираю платье. Нужно выбрать им что-нибудь похожее. Может быть, оденем им причудливый наряд? Сейчас выберу цвет. Так здорово! В этом платье можно менять цвета верха и цвет низа. Давайте-ка сделаем вот такое розовое платье. Смотрите, какое прикольное. Сейчас поменяю прическу. Выберем что-нибудь подходящее под наш наряд. Ребята, а какая любимая прическа у вашей кошечки Анжелы? Напишите об этом в комментариях. Вот такое красивое платье с прической с цветом глаз мы определились. Самое время сделать ей красивый макияж под наше розовое платье. Сейчас уберу остатки старого макияжа. Хорошенечко сотрем с обоих глазиков, вот так. И начнем, пожалуй, с выбора теней. Вот такие красивые розовые мерцающие тени. Подберем губную помаду. Возьмем тоже с мерцанием. И, конечно же, розовые румяна на щечке. Ну вот, наш макияж завершен. Анжела, ты такая красивая! Ой, мы забыли про тушь совсем. О, вот так, черной туши немного. И готово. А теперь оденем нашу малышку. Ребята, а вы уже придумали имя для сестрички Анжелы? Если да, то напишите его в комментариях. Одену-ка я ей тоже причудливый наряд, как и старшей сестре. Только выберу другой цвет. Сейчас посмотрим, что ей больше подойдет. Сделаю сиреневый верх и, пожалуй, вот такую сиреневую юбочку. Где она у нас? Вот. А вот такой у нас будет причудливый наряд. Теперь подберу ей подходящую прическу. Сейчас посмотрим, какая ей больше всего подойдет. Ребята, а вы как думаете, какая прическа подойдет малышке? Знаете, наверное, все-таки я заплету ей две косички. Вот так. Поменяем ей цвет глаз. Ну а теперь отправляемся делать макияж.
Вот такие сиреневые мерцающие тени красивые под цвет нашего платья и под цвет глаз малышки. Теперь подберем тушь для ресничек. Давайте тоже черную, как у старшей Анжелы. Вот так хорошенько накрасим. Губная помада тоже возьмем, как у Анжелы, с мерцанием розовой. Очень красивая помада, одна из моих любимых. И тоже розовые румяна. Ну вот, обе сестрички готовы. А чей наряд вам понравился больше всего? Малышки или взрослой Анжелы? Напишите об этом в комментариях. А также не забывайте подписываться на наш канал Ушастик Kids. Мы с кошечкой Анжелой всегда рады новым друзьям. А наши сестрички решили поиграть в игру «Разбей кирпичи». Вы так давно просили, чтобы мы сыграли в эту игру. Посмотрим, кто из них победит сегодня. Ребята, а до какого уровня дошли вы в этой игре? Сейчас наши сестры на третьем уровне. Старшая Анжела уже перешла на четвертый. Она немножечко обгоняет свою малышку-сестру. Счет сравнялся. Они на пятом уровне. О нет, малышка все-таки вырвалась вперед. Она раньше перешла на шестой уровень, и сейчас она немного обгоняет старшую Анжелу. Ребята, а за кого вы болеете? За малышку или за Анжелу? Сейчас они снова обе на восьмом уровне, и счет сравнялся. Старшая Анжела уже на 10 уровне, а вот малышка ее серьезно обогнала и уже на 12 уровне. Даже не знаю, кто из них победит. Старшая Анжела догоняет. Она уже на 11 и совсем близко к нашей малышке. Ну вот, мы поиграли. В этот раз выиграла маленькая кошечка. А теперь давайте-ка откроем наклеечки и передадим приветы нашим любимым подписчикам. Первый приветик сегодня у нас получит Нурсае и Назира Шайхины, Софья Желянина, Анечка Олейник, Ангелина Таликина, Вика Тимофеева, Катюша Максимова, Дарина Сиролинова, Лера Николаева, Валерия Устина и София Коваль. Большой-большой вам всем приветик, девчонки! Лиза Башинская и Даша Нос, Толян Дунай и Аленка Мяу, Аня Шевчик и Кристина Ходько, Элина Шадатова, Дарья Гусева, Златослава Рябаконь, Полина Сенина и Варечка Москаленко. Большой пушистый вам привет от Анжелы и ее сестрички. Зарина Дощанова, Карина Ильенкина и Диана Савельева. Огромный-огромный вам привет! Также приветик для Яны Сергеевой, Элины Шадатовой, Настюши Кудрявой, Полиночки Сениной, Алины Леоновой и Даши Семеновой, Юлия Стогнева и Соня Архипова. Ловите большой-большой привет! Лера Карнаухова и Соня Деницевич, Дейне Искакова, Лиза Иванова, Зоечка Кахно и Элина Семенова, а также Лиана Ингибарян. Большое-большое вам всем привет, друзья! Спасибо большое, что выбрали наш канал. Вот такие наклеечки уже успела собрать моя кошечка. Ребята, а вы наклеили все наклеечки? Ну а теперь, ребята, давайте-ка мы немножко обновим домики для наших кошечек.
обновим домик для малышки и для ее старшей сестры Анжелы. Поменяем компьютер, столик, сменим вид на террасу, постелим новый коврик и заменим напольное покрытие. Малышка Анжела решила себе сделать весенний вид на террасу. А вот у старшей Анжелы вид на королевский дворец. Кажется, нашей старшей Анжеле очень понравилась ее новая комната. Ловите воздушный поцелуй, ребята! И малышка, по-моему, тоже в большом восторге. Ну а на этом, ребята, у меня все. С вами был канал Ушастик Kids. Всем пока-пока!